Баку завершился очередной уже традиционный детский шахматный турнир памяти азербайджанского гроссмейстера Вигара Гашимова. Турнир прошел по швейцарской системе в 9 туров. На старт соревнований вышли 120 участников из 5 стран – Азербайджана, Беларуси, Грузии, Ирана и России. В основной возрастной группе победителем соревнований стал Угур Ильяслы, набравший 8 очков из 9 возможных. Столько же очков набрал и Аттила Эйнулаев, но уступил победителю по дополнительным показателям. В этом году знаменитому азербайджанскому гроссмейстеру Вигару Гашимову исполнилось бы 30 лет. Он внес большой вклад в развитие шахмат Азербайджана. По статистике ФИДЕ Вигар выиграл на различных турнирах 138 партий и 210 поединков сыграл в ничью. Именно его решающее очко принесло Азербайджану звание чемпиона Европы в 2009 году. В память о Вигаре Гашимове проводятся различные международные турниры с участием сильнейших шахматистов мира. Для детей важен такой турнир, немного соприкасаться с творчеством Вигара, вспомнить его, играть его в стиле, показать ту яркую игру, которую показывал Вигар. Это очень важный момент. Поэтому к этому турниру мы относимся очень доброжелательно, очень серьезно, очень мы хотим, чтобы наши дети играли, как играл Вигар.